А это топ полный жир, дилерский, 2,5 литра, автомат 8-ступенчатый и самая-самая богатая комплектация. X-Line Plus она называется. И вот если вы хотите вершину пищевой цепочки Sportage, вот он приехал. Они редко бывают, потому что дорогая машина получается. И она от китайского варианта отличается тем, что здесь не турбовая двушка, а 2,5 литра атмосферник. Так, что это такое? Получается делегация. Секундочку, не выключайся. Борь, срочно делегация? Это обычно приходят клиенты. Сейчас, одну секунду, можете минутку подождать? Наши дорогие, любимые клиенты. Так, продолжаем разговор. Стартанули, бесключевой доступ, старт-стоп, здоровая, красивая панорама, прям такая со сдвижным люком, прям сели, ох, как кабриолет практически. Все это дело на русском языке, это тоже то, что отличает дилерские машины, и тоже то, что вас может напрягать в китайской, а может и не напрягать. То есть я когда снимаю китайский, я против китайской машины ничего не имею, потому что там 2 литра турбо, которые ставятся на К5, и должны были эти К5 у нас выйти, но не успели. Ой, блин, что это было, полтергейст? А, резиночка. Так, шайба, как у топовых машин, на руле. Все кнопки активные здесь. Предотвращение столкновений, удержание в полосе движения. Прекрасный адаптивный круиз-контроль. Проекции здесь нет, потому что у Sportage в принципе ее не бывает. Беспроводная зарядка для телефона, двухзонный климат, классная камера 360, действительно классная, Toyota, Mazda, учитесь. Дальше, вот здесь теплые опции, обогрев, вентиляция, сзади тоже греет вам булочки, греет также руль и греет лобовое стекло полностью. Вот тоже отличие от китайской, раз уж мы топовый Китай сравним с этой машиной, почему они дешевле, вот у них этой опции просто нет. Так, я вам, кажется, не говорила о том, что это самый красивый салон на свете, из всех красивых салонов на свете. Может быть, только кому-то больше нравится терракотовый. Мне терракотовый тоже очень нравится. Ну, вот это я зову персиковый, а тот терракотовый. Вот, не могу вам сказать, что, наверное, какой-то на первом месте, потому что этот тоже очень красивый. Так. Что еще? Здесь вроде все, ребята. Давайте заглянем назад. Потеребунькаем еще напоследок электрический багажник. Сзади, как я говорила, с подогревом. Спинки здесь с регулировкой, что удобно, если вы едете в дальние путешествия. Музыка Harman, вот что я забыла. И... гордая надпись 4X, то есть это полноприводная машина, шторочка, багажник, полноценное запасное колесо. В общем, если хочется потратить много денег на спорточную, получить прям классную машину, вот это она.